лосос і ганчірка забирають приблизно рік нашого життя. Якщо бути точнішими, на прибирання людина сумарно витрачає приблизно 13 місяців. Щоправда, і тут є свої плюси, особливо для тих, хто прагне схуднути. Ось, наприклад, британські вчені порахували, якщо додати разом усі генеральні прибирання навесні, то людина за життя витрачає на них 250 тисяч калорій. Це як 783 сандвіча з беконом. Як на мене, спалювати калорії набагато приємніше на вулиці під час прогулянки, тим паче зараз так тепло на дворі. Та де знайти час для прогулянок, коли вдома чекають брудні вікна і підлога? Наш експерт з організації простору Світлана Гончарова знає відповіді на це питання. Велике весняне прибирання уранку по-київськи просто зараз. Пані Світлана, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Здравствуйте, спасибо, що пригласили. Дякую. Отже, чи можна зробити процес прибирання приємним? Бо я особливо дуже боюся, дуже в очікуванні цього моменту в мене просто паніка. Конечно, можно. Приходит весна, и весна дает нам такой вот толчок мотивации, вдохновение, вот обновление, да, хочется этого обновления. Поэтому, когда есть мотивация, уже легче убирать будет. Первый совет, который хочу дать вам и всем телезрителям, очень-очень важный, и он поможет вам, на самом деле, насладиться этим процессом уборки. В первую очередь, наполните себя, позаботьтесь о себе, потому что заканчивается зима, мы истощены, нам не хватает витаминов, погулять, мы где-то переработали. Да, то есть наполнитесь, погуляйте на свежем воздухе, выспитесь, купите там первую зелень на базаре, да, то есть, ну, дайте себе сил, потому что если мы приходим заниматься нашими окнами, квартирой, нас хватит там на минут 15-20, и потом руки опускаются, пойду полежу, почитаю, потому что устала, сил нету. Для того, чтобы убрать в квартире, привести вещи в порядок, нужны силы, поэтому позаботьтесь о себе, наполните себя в первую очередь. Если все ж таки часу мало, если у нас немає часу поприбирати, то, знаете, точнее, погулять, наповнитись свежими эмоциями. Если немає часу, то как швидко прибирати? То есть мы можем сегодня, например, вимити вікна? Чи можно так по частинам прибирати? Чи по частинкам? Тому що, ну, конечно, да, то есть не у всех есть много времени. Вот. Что мы можем сделать? Вот вы понимаете, что меня ждет весенняя уборка. Возьмите листок бумаги, или ваш ежедневник, что угодно, и составьте список, пройдитесь по каждому помещению, где вы хотите убирать, и запишите конкретно, что вам нужно сделать. Причем сделайте список такой, ну, максимально конкретный. То есть не просто там вымыть окна во всей квартире. Там, например, кухня, вымыть окна, вымыть фасад холодильника, вымыть холодильник внутри, перебрать полочки с крупами. То есть вот максимально детально. Когда... То есть сенс сегодня кухня, завтра, например, витальня, послезавтра, например, великая комната? Да. То есть, ну, для многих это работает. Есть люди, которые прям вот, они с утра и до вечера могут убирать. Если у вас нет такой возможности, вы составляете список детальней, и потом выделяете, ну, там, полчаса даже, да, даже 15 минут вам хватит, чтобы, там, например, вымыть фасады холодильника или одну часть, одну секцию окна. Вот. И вы потихонечку будете вычеркивать ваши пункты из вашего списка и будете потихоньку продвигаться по вашей уборке. Конечно же, важно посмотреть, сколько у вас в общем есть времени. Да? То есть, когда вы напишите список, вы оцените общий объем работы, вы выделите, прям можете маркером выделить, что самое главное, вот прям, ну, надо обязательно. Кроме бизнеса, надо там вымыть окна, потому что невозможно смотреть, да? То есть вы это подчеркиваете. Потому что люди бачат. Да. И этому уделяете время потом. Вот. Поэтому, да, вот так можно делать. А якщо, ну, от я така людина, що я приберу з цього боку, а доки я дійду до наступного, то в мене вже тут знову буде безлад. Як зберегти результат? Ну, вы знаете, на самом деле, для того, чтобы уборка имела смысл, особенно вот весенняя уборка, надо понимать, что вот порядок в доме, он складывается из двух частей. Во-первых, это наведение порядка в вещах, то есть когда мы выбрасываем ненужные вещи, когда мы оставляем то, что нам на самом деле нужно, и находим место для каждой вещи, вот это порядок в вещах. А дальше уже идет наведение чистоты. По идее, мы можем, например, раз в году или два раза в год навести порядок в вещах глобальный, потратить на это время, и потом будет нам совсем немного времени уходить на то, чтобы наводить чистоту. Вот это вот очень важно понимать. Загалом, мы на початку интервью зауважили про генеральное прибирание. Что оно в себе включает, что там мы робимо? Я так розумію, це и вікна, и все комнаты, и подлога, что еще?
Ну, очень важно тоже подумать о своих вещах, об одежде, потому что меняется сезон, и часть вещей нам нужно убрать, а часть вещей нужно достать. Надо проверить, насколько вещи, которые у нас есть, актуальны. Вот. И в основном, мне так кажется, что в наших квартирах больше всего места занимает именно одежда каждого члена семьи. Звучайно. И очень, точно. Да, очень часто этой одежды больше, чем вам нужно. И что самое печальное, ее больше, чем... то есть может быть много вещей, знаете, как женщина говорит, полный шкаф, одеть нечего. Це точно. В чем причина? Часто причина в том, что мы носим... и покупаем, используем ту одежду, которую на самом деле мы не любим, которая нам не нравится, которая нас не радует. Вот, поэтому я бы очень рекомендовала перед тем, как делать вот такую вот генеральную уборку, разобрать вещи, начать с одежды, да, и оставить вещи, решить, какие вы вещи оставите. Пусть это будут вещи, которые вас радуют, которые вас вдохновляют, которые вас украшают на самом деле, а все остальное надо отдать, избавиться от этого. Вот тогда вы сможете на самом деле качественно сделать вашу генеральную уборку. То есть спочатку речи, потом уже прибирание. Ну, я бы рекомендовала, да, потому что вы, когда вы убираете лишние вещи, у вас освобождается пространство, вы можете лучше распределить все остальное, что есть в доме, и легче наводить потом чистоту. А как будто с дребничками? Люди, багато людей, вони складають різні дрібнички в якісь коробочки, ці коробочки в інші коробочки, і так цих... Коробочки в коробочки. Назбиралося вже, наприклад, у мене вже купа цих якихось ящичків, які я не знаю, куди, що з ними робити, але і викинути мені їх жаль. Ну, смотрите, тут тот же принцип. То есть, допустим, вот вы разобрали одежду, да, потом вы переходите к другой категории вещей. Например, вот эти ваши все мелочи, да. Их точно так же, как одежду, надо вот все вытащить, разложить перед собой. То есть не по коробочкам, а вот буквально вывалить все, что у вас есть. Вы когда ты плакать, а потом взять и посмотреть на эти вещи и решить, а что на самом деле мне нужно, что для меня ценно. Не обязательно это будут вещи, которыми вы там каждый день пользуетесь. Это может быть какая-то коллекция, какие-то памятные вещи. Их не нужно выбрасывать. Нет, я против этого. Но просто подумать, как вы можете упорядочить их. Например, из каких-то старых украшений, которые вы уже не можете носить, вы можете взять какое-то панно, повесить на стену и радоваться, видеть эти вещи. Старые фотографии, любимые, семейные, они могут не пылиться в такой стопке у вас где-то в шкафу, в углу, а они могут висеть, опять же, на стене где-то, украшать вашу комнату. Старые плакаты, открытки, да, которые, ну, куда их деть? Ну, вы их любите. Вы можете на внутреннюю сторону дверцы шкафа вашего, можно, которым в принципе, вы пользуетесь. Можно, в принципе, забыть это, как дизайнерское. Да, для себя. То есть пусть эти вещи вас радуют, пусть вы будете их видеть. А все остальное, опять же, от этого нужно избавляться. А чему? Чему это важливо? Выкидать непотребные вещи, которые не приносят нам задоволения? Ну, во-первых, для того, чтобы окружить себя теми вещами, которые приносят нам радость и нас вдохновляют. Представляете, как это здорово жить среди вещей, которые вас радуют, чтобы только эти вещи были на вас и в вашем доме. Жизнь полностью меняется. Вот. И дело в том, что вещи, которыми мы не пользуемся, по сути, хлам, да, он крадет у нас жизненное пространство. Вам некуда положить ваши нужные вещи, вы не можете ничего найти. Из-за того, что много всего лишнего, вам сложно увидеть те вещи, которые на самом деле вот вам нужны сейчас или которые вас порадуют. Вот. И хлам крадет ваше время. Вот вы собираетесь убирать, например, да, и вы вместо того, чтобы упорядочить вещи, которые вам нужны, или вместо того, чтобы быстренько протереть там полочки на кухне, да, у вас там куча всего лишнего стоит, вы его достаете, потом вы его складываете, перетираете, да. Помните, вот это вот в детстве было, когда книги пылесосили, Ленина, там вот эти вот никому не нужные. То есть это крадет вашу жизнь. Поэтому от хлама нужно избавляться. Если повертатися до генерального прибирання, скажем, до практичної його частини. Ми знаємо, що є різноманітні хімічні засоби для прибирання. Чи можна їх замінити на от зроблені власноруч, менш такі агресивні для вашої шкіри, в принципі, і для довкілля? Ну, я вообще за то, что, ну, что это нужно сделать. Вот. Мы просто привыкли к тому, что вот модные эти упаковки, реклама везде мелькает, да, мы идем, выбираем вот эти вот вещи, ну, средства, да, которыми мы убираем, вот, потому что так реклама говорит. Но на самом деле сейчас уже очень много есть... более екологічних способів убирати. Наприклад, якщо говорити про вікна, чим ми можемо витерти, якщо зробити так власноруч? Ну, ви можете, наприклад, ну, во-первых, убрати грязь, а потім просто в воді розвести немножко яблочного уксуса і протереть. Тобто буде прекрасно. Не хуже, чим ось ці всі пшикалки сучасні. І останнє. Смотрите, гораздо буде менше хімії використовуватися, якщо ви будете регулярно просто підтримувати чистоту.
чистоту, не надо будет отмывать, вот этим хлором поливать. То есть надо просто ежедневно поддерживать порядок, це і буде легше. Рада. Дякую вам дуже. На жаль, час у нас трошки обмежений, але я думаю, що наші глядачі обов'язково скористаються порадами, які ви нам дали. Щоб впустити власне життя щось нове і хороше, пам'ятайте, що для початку треба звільнити місце для нього місце і позбутися від старого. Як зробити велике весняне прибирання приємним і ефективним, говорили зі Світланою Гончаровою, експертом з організації «Простору».